по кочкам и при этом не крутя педали. Эта карусель, новейшее изобретение райдеров, называется Pump Track. Кататься по такой трассе можно бесконечно долго. Проблема только одна – голова может закружиться. Ведь обязательное условие Pump Track'а – наличие петель и крутых поворотов. Вот не каждый тут могут проехать. Нужна определенная тактика перемещения веса. Строилось все не сразу. Сначала одна кочка, потом две. Поэтому пришлось осваивать там. Сначала две, потом три. Pump Track в Зауральском лесу. Его американские создатели и не предполагали, насколько популярным станет их гениально простое изобретение. Рекомендации по строительству памп-трека наши парни высмотрели в интернете. Главный инженер-конструктор среди велосипедистов Алексей Газеев сразу решил: памп-трек кургану необходим. Хорошая вещь для тренировки, просто ощущение велосипеда, вот движение на нем и вообще. Много людей, которые пробовали, все как бы вот расплывались, можно показать вот в такой улыбке, и катались. Почти не остановить было. Никич, иди сюда, покажи, в какой улыбке люди расплываются, когда катаются по пампу. Тот самый пресловутый памп-трек – последний из сооружений курганских велосипедистов. Здесь есть еще экстремальная трасса и несколько шоров, так называют узкие извилистые трассы с мостиками, качелями и лестницами. Все это тоже построили своими руками, вооружившись лопатами, молотками, гвоздями и голым энтузиазмом. Существует так называемый учебник американский, то есть где, в принципе, проставлены какие-то там размеры, нормы, вот, но каждый памп-трек подгоняется под себя, то есть под конкретную местность, вот, поэтому тоже вносили свои поправки. Результат. Местечко, затерянное среди курганских берез и сосен, стало любимым местом тусовки местных экстремалов. Сами они называют это место детским садом. Ведь по сравнению с реальными условиями гор, здесь просто смех, какие кочки и горки. Но для тренировок самое то. Плюс еще отличное настроение. Не забывайте.